Среди участников заседания был и губернатор Кубани Александр Ткачев. На встрече Медведев рассказал, что власти и дальше намерены поддерживать агропромышленный комплекс. Для этого на 2015 год правительство разработало антикризисный план, который предусматривает целый ряд мер для дальнейшего развития сельского хозяйства. На эти цели из бюджета выделят почти 50 миллиардов рублей. Часть этих денег пойдет на компенсацию затрат во время полевых работ. Предусмотрены средства для помощи в реализации инвестиционных проектов. Регионы смогут получать субсидии для погашения процентов по кредитам в российских банках. По словам премьер-министра, больше станет и производителей молочной продукции, которым будет оказана помощь из федерального бюджета. В свою очередь Александр Ткачев отметил, что 2014 год для кубанского животноводчества стал результативным. Рентабельность отрасли выросла на 17%, при этом выручка от производства молока, мяса и другой продукции составила почти 80 миллиардов рублей. По сравнению с предыдущим годом это больше практически на 7 миллиардов. Однако, по мнению губернатора, потенциал животноводческой отрасли не исчерпан даже наполовину. И сегодня нужно и дальше продолжать наращивать поголовье скота и птицы, а также развивать производство полуфабрикатов.